Ситуация в отечественной экономике стабильна, хотя говорить о ее кардинальном улучшении пока рано. По итогам трех кварталов отмечен небольшой рост промышленного производства, мы уже это говорили, 0,3%. Хорошие темпы демонстрирует сельское хозяйство, плюс 3%, и думаю, что у нас все есть основания поздравить селян с этим результатом, поздравить их с хорошей работой. На сравнительно невысоком уровне находится безработица. Некоторые вещи будем корректировать. Были сформулированы.